жжёт, лизун, страстный. А как характер вот у этих уже? Ну, они все такие игривые, активные, то есть холодные. Сама порода такая. Дружелюбная. Да, да. А вот если с другими, вот у нас дома есть кошка и собака. Ну, с риджбеком, это надо, чтобы риджбек не наступал, потому что если наступит, то все. Ну, слушай, ты еще попробуй на него наступить, они такие скоростные, когда надо. А когда щенок? Идет и жопает. Это если риджбек квартиры, значит, надо этого держать или в другой комнате, или под присмотром постоянно. Если он, когда он большой, то он бегать может, а такое как цыпленок, это же цыпленок, куда же он бежит? Ди-ди-ди-ди-ди. Такие лица серьезные. О, Федю давно видела, показать тебе. А что это за Федя? 10 месяцев. Линяет. О, а Федю я не видела. Собаки 10 месяцев.